настоящая вера. Сейчас возьму и поцелую. Не мое тело целовал Саша. А что, вас по башке ударить? Только быстрее! Алло, я Вера. Здесь происходит какая-то невероятная хрень. Мы поменялись телами, и я Вера, сижу в теле Лины. Я тоже Вера. Я тоже Вера, и я сижу в теле Веры. Нет, подождите, я Вера. Если вы не знаете, что здесь происходит, посмотрите предыдущее видео, потому что нам невероятно нужна поддержка сейчас хоть кого-либо, потому что Саша до сих пор не понимает и не верит в то, что мы поменялись телами. Саша думает, что мы его пранкуем. И я, если честно, вообще не понимаю, как можно не доверять мне, собственной девушке. Подожди. Да, Саша? Подожди. Вера, это я. Нет, я это сижу я, Вера. В теле Лины. Куда делась Лина? Я не понимаю. Никто не понимает, куда делась Лина, поэтому сегодня мы будем разбираться. Ребят, всем привет. Просто вот они меня достали уже. Я понимаю, что это весело и прикольно все вот это, но это уже просто переходит все рамки. Давайте я вам объясню просто поподробнее, потому что они сейчас какой-то бред несут. Мы уже все объяснили, Саша. Сколько еще раз нужно объяснять, что мы поменялись телами и что нам нужна помощь сейчас? Что мы вдвоем, это Вера, Саша, пойми, пожалуйста. В общем, сейчас события разворачиваются вообще каким-то невероятным. Так, ладно, все, хватит, меня уже достало это вот правда. Опять они меня перебивают, просто я сейчас расскажу, как оно есть. Да. В общем, они меня решили пранкануть. Они сказали, что они типа якобы поменялись телами и уже просто весь день прошел, они весь день вот эту роль тупо играют. Я пытался их вывести на чистую воду. Это видео есть, кстати, у меня на канале, где я задавал вопрос, ответы на которые может знать только Вера. Но почему-то Лина тоже отвечала на эти вопросы. Я не знаю, как они это подстроили. Может быть, потому что это я твоя девушка, и ты вообще не понимаешь почему-то до сих пор, что так Вера, это сами я. Определитесь вообще. Саша, нам нужна помощь и поддержка. Мы не знаем, что делать дальше. Короче, вот этот тупой пранк начался с того, что они поменялись телами. Сейчас они вместе утверждают, что они оба Веры. Ну, какой-то бред, вот серьезно, вот просто... Это не пранк! Ну, сколько можно говорить уже? Короче, я сейчас придумал просто мега гениальную идею, как мы сейчас их разоблачим, потому что, ну, вот уже, ребят, серьезно, вот просто, ну, такая комедия, вот реально, пожалуйста, напишите в комментариях просто, вот как вы думаете, что, ну, это реально может... Саша, прекрати, пожалуйста, так говорить. Что говорить? Ну то, что мы тебя обманываем, потому что ну как мы можем тебя обманывать, если здесь реально какая-то, ну нам нужна помощь твоя. Ребята, напишите в комментариях, как вас Саша бесит или нет. Меня вот уже лично да. Слушайте, вы сами можете определить, вот кто из вас настоящая Вера? Да я! Окей, будем действовать тогда по-моему. Вот вы мне сейчас вместе утверждаете, что вы две Веры, правильно? Да. Лины здесь нету, да? Ну, никто не знает, что происходит сейчас с личностью Лины, потому что мы я все не знаем, Вера. Где она находится. Сейчас я это Вера. И я это Вера. Ну, то есть, и вы как бы считаете, что это абсолютно нормально, то, что... Мы тебе говорим про то, что сейчас у нас проблема, и ее нужно решить. Я знаю, что здесь Вера, и я тоже Вера. Я знаю, что с нами происходит что-то не так. Раз так получается, что вы обе Веры, то, наверное, вы будете не против, если сейчас возьму и поцелую свою девушку, нет, верно? Нет, не против. Не против. Окей, давайте тогда. Нет, 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 так нечестно. Вот вы и спалились, короче. Сколько раз уже мне нужно говорить, что это я настоящая Вера, просто в теле Лины я застряла. Я просто не хочу, чтобы мое, не мое тело целовал Саша. Какая разница, если внутри все равно Вера? Ну потому что это Лина. А Лина вернется и будет вообще орать на меня, на нас. Она узнает. Мы все равно Вера здесь, все Веры. Короче, ребят, как по мне, это очевидно. То есть, ну как бы вот просто сейчас их вывел на чистую воду, и то, что они уже там 10 часов пытаются мне мозги промывать, это как бы, ну, абсолютно ненормально, учитывая, что нам нужно ехать в Нувару Эллию. Потому что если вы не видели еще предыдущее видео, мы были на башне, и там просто у Веры было видение, что нам нужно срочно поехать в Нувару Эллию. Все, короче, ладно, давай, мы уже будем решать проблемы. Да, разберемся с проблемами. Сами будем решать, без него нам все равно не верится, Саша. Думаешь, что это пранк. Вот серьезно. Сколько можно тратить времени на твои тупые какие-то непонятные проверки? Мне кажется, что все, пора. Вместо того, чтобы оказать нам какую-то помощь. Я не знаю, что с этим делать. Короче, вы можете сколько угодно сейчас какой-то вот фигней страдать и вот эти бабские все разговоры, но просто вы хотите тогда вернуться, если, допустим, это правда. Ну, хотя я вообще вам не верю. Вы хотите вернуться обратно, там, ну как-то, в тела? Там, конечно, мы хотим вернуться. И я считаю, что это неправильно, что ты нам не оказываешь никакую поддержку, хотя мы пытаемся тебе это доказать. Тем более, что я сижу до сих пор не в своем теле.
и тебя это устраивает, видимо. Окей, давайте я прямо сейчас вот просто загуглю в телефоне, что делать, если там, ну, люди поменялись телами. Как бы наверняка кто-то сталкивался с такой проблемой. Надо гуглить, потому что все уже давно загуглено. Я читала где-то, что нужно потерять сознание. Снова, так же, как мы это и сделали. Вернуться к тому же состоянию, и снова тела поменяются местами. Ну и как вы себе это представляете? Что, у вас по башке ударит чем-то или что? Я не знаю. И... А как можно потерять сознание? Я не знаю. Ну я знаю, как вот в фильмах бывает, просто берут какую-нибудь там бутылку стеклянную по башке, бьют, и типа, ну она разбивается, и человек сознание теряет. Честно, я уже на все готова. О, нет. Я, конечно, понимаю, что это тело Лины, но я не готова нести такую ответственность за чужое тело. Я хочу вернуться в свое, но я не готова, чтобы здесь оставались какие-то шрамы. Вы хотите вернуться или нет? Да, я, да, я хочу. Ну давайте тогда просто реально вам сейчас по башке ударим чем-то и все. Блин. Ну в смысле, ну, а как вы хотели? Давай, зато вернемся обратно. Ладно, все, я хочу к себе обратно в тело. Я не могу больше сидеть в этом дурацком теле. Короче, бутылки нету, но в общем я решил вот такую штуку использовать. Нормально? Да, ну, я думаю, что от нее мы еще больше потеряем сознание. Но и раз это сработает, пожалуйста. Так, и что, кого первую? Я не буду. И что, кого первую? Нет, давай ее. Давай ее. Ну в смысле, а что вы друг на друга пальцами? Вы хотите этого, Саша, или нет? Саша, хочешь, ты будешь первым тот, кто испробует вот эту штуку у себя на голове? Что опять доказывает, что они фигнёй страдают и никакого нет переселения, всё, просто ладно, они стебутся. Давай, мы на камень, ножницы, бумага, мы решим, кто будет первый. Камень, ножницы, бумага, раз, два, па. Раз, два, три. Это я, Вера! Я! Я, Вера! Я сейчас ее ударю. В смысле, вы что, прикалываетесь? Так. Камень, нового, нового, вицерга. Что? Это что такое? Мне кажется, это Лина. Я Вера! Давай-ка мы берем. Я ни разу не слышал такого. Я тоже ни разу такого не слышал. В смысле, вы ни разу такого не слышали? Это нормальное детское выражение. Да. При счете. Ребята, напишите в комментариях, кто слышал такое выражение. Так что, кого бить-то? Бей. Ну я проиграла, бей! Так, ладно, Вера, тебе придется камеру подержать. Да. Раз, только быстрей! Два. Да! Подожди, ну ты готова или нет? Я уже ору, я готова. Раз, давай! Два. Нет, потому что это слишком жестко. А если, блин, Глина потом реально вернется, а с ее телом что-то не так, и у нее там рассечение, она лежит в больнице, зачем нам это нужно? Давайте придумаем другой способ. Может, пожалуйста. Веру ударишь пока, потому что, кажется, ей свое тело не жалко. Нет, Веру чё? Номер два, если что. Нет. В смысле, это почему номер два? Кто вообще? Потому что я Вера! Ты же помнишь, как только мы поменялись местами и телами, то она была Линой в теле Веры. Давайте, пожалуйста, придумаем новый способ. Все, окей, давайте. Что еще есть? Какие еще есть способы? Короче, это какая-то дьявольщина. Я не знаю, ну, может, святой водой вас опрыскать или что можно сделать? Но здесь нету священников, чтобы достать нам святую воду. Мы же на Шри-Ланке, здесь куча монахов, которые, возможно, смогут нам помочь. Слушай, а буддизм это же все-таки про переселение душ. Что? Нам нужно ехать в какой-то местный темпл. Да. Слушайте, я читала, что переселение душ как раз-таки происходит как раз в полнолуние. Сегодня полнолуние. То есть мы можем сегодня поехать в храм и переселиться обратно. О боже, да, я хочу свое тело, я хочу. Да в смысле, вы что, вы во время видели, уже сейчас ночь, какие храм? Вы думаете, они круглосуточно, что ли, работают? Мы все решили. Сейчас мы поедем туда и найдем какой-нибудь самый крутой темпл. Уже скоро рассвет, уже скоро рассвет, так что все нормально. Мы скоро поедем туда, и тогда нам кто-то сможет помочь. Аллилуйя! Давай посмотрим, загуглим, что это за место. Все, Саша, иди, не верь нам, все как хочешь. Ты можешь оставаться тут сам, мы все сами можем сделать. Ну и давайте, блин, все. Спасибо за то, что ты такой заботливый и любящий молодой человек. Я тебе это потом обязательно припомню, как только... Спасибо. Ребят, реально, полная луна, вот просто кругляш идеальный. Уже светает, и мы сейчас поедем в храм. Иди сюда, быстрее. Смотрите, там идут куча монахов. Нам надо срочно их догнать и спросить у них вообще, что нам делать. Вот 100% это поможет. Это нормально, что мы к ним ко всем подойдем и спросим вас? Саша, пойдем. У нас нет вариантов. Excuse me, what should we do to solve the problem?
Нам нужно идти туда. Вы уверены? Просто как-то выглядит, как будто еще строится эта штука вообще. Но здесь больше нет других вариантов, Саша. Тем более монах показал нам именно в ту сторону. Это ступы, Саша, это главная ступа. Здесь нам нужно найти большого Будду. Монах сказал, что если мы подойдем к Будде и поклонимся, то это может быть. Смотрите, слушайте, это точно то место. Просто смотрите, тут какая-то разруха вообще, смотрите. No entrance without permission. Смотрите, здесь Будда. Вот. Где Будда? А какого выбрать? Подожди, Саша сказал главный. Слушайте, посмотрите, стойте, почему у него голова завешена каким-то мешком? Вы видите? Смотрите. Возможно, это место еще строится, но смотри, здесь проводят церемонии. Ребят, смотрите, это палочки, как у экстрасенса были. Помните, экстрасенс типа вот именно точно такие палочки зажигал. Саша, не связывай это с экстрасенсом, вдруг это все-таки разные вещи. Вот, да, он больше, чем все остальные. А как мы? Мы должны ему поклониться? Давай встанем на колени. Я уже готова на все, только вернуться обратно в свое тело. Ну, слушайте, может вам надо как-то за руки взяться или что-то такое? Давай. Готова? Ну и что, надо что-то сказать или что вообще делать? Саша, надо поклониться. Прикалываетесь надо мной. Да в смысле, вы что, выгораете, типа, или что? Ты как? Ура! Боже, все, спасибо, Саш, что съездил. Да в смысле съездил? Вы что, сейчас, типа, просто меня разыграли и все? Ребята, ой, все, ладно, Саша не верит. Я же говорила, что Саша не верит. Ты помнишь вообще хоть что-то? Я, честно, я не знаю, что было последние 2 дня или сколько. Я не знаю даже, сколько дней прошло. Угу. Ребят, несмотря ни на что, нам нужно ехать на Вараэли. Нам нужно выполнить там что-то. Нам что-то нужно там сделать. Вера, я это точно знаю. Вера, ну, может быть, мы не поедем все-таки никуда? Давайте поедем, мы пожалуйста. Что, мы же только что вернулись с Вейтером. Блин, ну вообще-то, на самом деле, нам уже давным-давно надо было поехать. И если бы не вот эти вот шутки ваши, то уже бы мы это давно были шутки, там. И сколько Саша можно повторять? Все, ладно, ребята, обязательно подписывайтесь на этот канал и смотрите продолжение, как мы поедем на Вараэли на канале у Саши вот здесь. И увидимся снова. Пока.